Переведено и озвучено каналом Pinbaker. Видео взято с канала CBS News, ссылка на оригинал в описании. Сейчас, оборачиваясь назад, как думаете, использование бомбы нашей страной было необходимостью? Я верю, что мнение, которое я у многих перенял, и прежде всего у генерала Маршалла и полковника Стимсона, военного министра, и к мнению, что нам придется пробиваться с боем к главным островам, и что это бы повлекло за собой бойню американцев и японцев в больших масштабах, подошли добросовестно, с сожалением, и на основании лучших фактов, которые у них тогда были. Я думаю, по сравнению с той альтернативой, бомба принесла огромное облегчение. Война началась в 1939-м. Это оказалось смертью для десятков миллионов. Это оказалось дикостью и деградацией, чего не было в середине 20 века. И окончание войны таким методом определенно жестоко и было принято нелегко. Но я на сегодняшний день не уверен, что тогда мы нашли лучшее решение. У меня нет хорошего ответа на этот вопрос. Доктор Оппенгеймер, тем не менее, со всей рациональностью, со всей неизбежностью решить это, история показывает нам, что вы и подобные вам, кто сделал бомбу явью, до сих пор страдают, можно сказать, от угрызений совести по этому поводу. Это так, сэр? Ну, я не хочу говорить за других, так как мы все разные. Я считаю, что когда ты играешь большую роль и приводишь к смерти 100 тысяч человек и столько же калечишь, вы в реальности не можете относиться к этому легкомысленно. Я верю, у нас была великая причина сделать это. Но я не думаю, что наша совесть должна легко позволять выйти за рамки изучения природы, изучения истины о ней, изменения курса человеческой истории. Как-то давно я сказал, что вульгарность и отсутствие чувства юмора не могут полностью стереть понимание физиками греха. Этим я не имел в виду те смерти, к которым привели результаты нашей работы. Я имел в виду грех гордости. Мы обратились к тому, что оказалось важным способом повлиять на ход человеческой истории. Овладели гордостью понимания, что хорошо для человека. И я думаю, это оставило след на многих из них, тех, кто был в это вовлечен. Это неестественно для ученого. Первый день после Хиросимы вы сказали, что ученые, которые построили бомбу, лелеяли надежду, что на самом деле ядерное оружие приведет к новым моделям поведения. Почему эту надежду не удалось реализовать? Ну, смотрите, возможно, я уже говорил и недавно даже писал и назвал два аспекта новых моделей поведения, новые структуры. Я думаю, что вспомните явные причины конфликтов между Советским Союзом и Соединенными Штатами, которые мучили нас 20 лет, которые не решались общепринятыми мерами. Вспомните идеологическую ожесточенность, которая оживила поствоенных коммунистов.
то мы сейчас видим Китая открытого формата. Вы только подумайте, с какой антикоммунистической яростью мы встретили новость о том, что между Белым домом и Кремлем существует телефонная связь. Чтобы избежать недопонимания, это чертовски новая модель поведения. Я думаю, это что-то практически беспрецедентное. Между странами, находящимися в конфликтах такого тотального характера, между коммунистами и свободным миром. Я думаю, что идея о том, что Соединенные Штаты должны наращивать свою мощь для ведения ограниченных боевых действий на земле и в воздухе старым оружием, которое, как мы надеемся, стало немного лучше, не является шагом к завоеванию мира, но дает возможность задуматься, делать паузу, спорить и склонить против Холокоста. Это модель, которая, как мне кажется, не знакома нам. Если подумать, годами интеллектуалы России интересовались Францией, а Великобритания и Соединенные Штаты собирались вместе, чтобы поговорить друг с другом о проблемах вооружения, о проблемах применения науки и проблемах сохранения мира. Это тоже не совсем то, что нам знакомо. Там нет структуры, шаблоны несовершенны, хрупки, очень уязвимы. Но сейчас ветер попутный. Доктор Оппенгеймер, из того, что вы сказали, кажется, когда вы смотрите в будущее, вы видите больше надежды, чем пессимизма. Ну, я... Или это слишком упрощенный... Да, я пытался говорить о вещах, полных надежд. Безнадежные вещи и так прыгают по всем головам. Изменит ли Китай свое видение человеческой судьбы и отношения между ними и нами? До или после у них появится сила начать ядерную войну. Об этом многие гадают. Сдетонирует ли между Россией и Западом? Сохранится ли напряжение? Выживут ли они? Что происходит сегодня в Азии? Мы не знаем. Есть тысячи причин вовсе не видеть надежды. И я принимаю как должное, что о таких вещах не нужно напоминать. Труднее думать о чем-либо с другой стороны. Я пытался сказать, что какими бы хрупкими, какими бы неуверенными и ограниченными они не были, они существуют, и они кажутся мне мостом, пригодным для жизни будущему, но не без забот.